Чёрт, а. Последний раз я одевал галстук, ну, может быть, года полтора назад, когда вел корпоратив. Сегодня я одел его по гораздо более важной причине. Я еду проводить урок географии в шестом классе. И шестой класс пока не знает, что я еду проводить к ним урок географии. Интересно, как они отреагируют? Чёрт, да мне тоже! Я здесь по двум причинам у вас сегодня. Буду проводить у вас небольшой урок. Это даже не урок на самом деле, а мы просто с вами немножко поговорим. Во-первых, я хотел бы вам рассказать, почему важно путешествовать. А второй, хотел бы рассказать, при чем здесь география. Давайте так, кто из вас путешествовал? Послушай, Юля, ты не предупредила меня, почему здесь так много людей, которые все путешествовали? Ты была на Бали? Выброшенная жвачка в Сингапуре? $500, друзья мои. Ты была в Сингапуре? Леша, очень приятно. Леша, ты меня убил только что. Слово «локация». Тебе 12 лет, ты знаешь слово «локация»? Мы специально по телевизору не говорим слово «локация», потому что мы думаем, что кто-то его не знает. Как ты приезжаешь в Сингапур, ты видишь все это, ты видишь эти чистые улицы, ты видишь людей. Ты приезжаешь в Киев, и первая твоя эмоция, лично моя, была. Мы можем что-то сделать с этим. Мы можем сделать так, чтобы улицы были чище. Но я понял это только потому, что я поехал в ту страну, где люди добились этого. И я, и Настя, и все участники «Орла и Решки», мы все занимаемся географией. География вас просто подготавливает к этапу, который называется «Путешествие в вашей жизни». И это очень прикольно. Буду клацать кнопки на клавиатуре. Подождите, опустите, я еще не задал вопрос. Очень важно, что под словом «животное» мы подразумеваем не Евгения Синельникова, потому что мы все знаем, что он живет в Киеве, и это животное нам хорошо известно, и все самое главное изучено хорошо. Это носорог, спасибо большое, как тебя зовут? Нерешительность — это плохо в жизни. Нужно смотреть, если ты уже поднял руку, то нужно тянуть ее до конца. Что ж, друзья, ничего так бывает в жизни. Амазонка. Да. Амазонка? Да. Бинго, это амазонка. Ну, а, ну! Послушай, Магеллан красавчик, но и ты красавчик, понимаешь? Вы оба красавчики с Магелланом. Четыре. Ребята. Ребят. Я попаду в Инстаграм. Ты уже попала. Знаете, круто, конечно, что мы можем вот так вот неожиданно прийти на урок, что человек из телевизора может сфотографироваться с детьми, раздать им сувениры. Но еще круче, что мы в Орле и Решке, без глобусов и контурных карт, можем подарить детям нечто большее. Любопытство и жгучее желание путешествовать, когда они станут еще взрослее. Дети, учите географию, иначе я приеду к вам и проверю. А еще лучше учить английский язык, потому что если вы будете плохо учиться, к вам приедет Настя Ивлеева, и такому вас научат, что, короче, просто лучше хорошо учитесь.